это без ноги. Вот дядя Саша у нас ящерицу без ногу поймал. Вот, Саш, ложи ее, сейчас посмотрим, как она ползет. Малышня у нас вот, очень редкая штука. Вот, смотрите, ребята, ящерица без нога. Нападай! Не надо нападать ни на кого. Она сейчас уползет, и не надо ее, это наш редкое животное. Редкое? Да, лобочек, да, лобочек. Вот, видите, какая ящерица без нога. Так. Сейчас она у тебя сапоги съест. Богдан, нельзя обижать ее. А я не обидела. Вот, видите, какая она редкая, не надо ее, видишь? Да, вот есть. Ящерица без нога. Саша, она в красную книгу не занесена? Они давно занесены. Но очень редкая. А где она? Ну, ползла. Ты по дороге идешь, а их надавлено, потому что надавлено. Все, не лазь туда, не надо, не ходи, не давите на нее. Все, ну видали, какая ящерица? Безногая ящерица. Уползла, все. Все, пока, ящерицы. Да. Все.